горит, вот натурально горит, смотрите. Язык не поворачивается назвать творогом. Горит сама по себе уже шестую минуту. Когда стояла задача очень оперативного замещения большого количества новых каких-то категорий продукции уже отечественным производством, понятно, что качество немного наверняка потерялось по дороге. Фонтанка получила тревожный сигнал от одного из своих. Надеемся, что через какое-то время мы сможем говорить о том, что процент там некачественный какой-то, не говоря уже о небезопасной продукции, не превышает 10% в среднем по отраслям.